Поехали. Привет, мы семья с четырьмя детьми, живем в Америке и рассказываем, как мы здесь живем. И в сегодняшнем видео мы вам покажем, как мы ездили на озеро Lake Jakassi. Я же актер, поэтому я так снимаю. Ну что тебе надо, а? Короче, смотрите видосы и все прочее. Жена ругается, что я не так снимаю. Короче, смотрите видосы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Я не могу по-другому сказать. Там такая маленькая школа. Закончились у детей каникулы. А там точнее, школа, началась каникулы, и мы приехали Фильм под знак стоп. Да, это Table Rock. Table Rock – это один из первых парков, сети парков северной, точнее, южной Каролина на севере штата. Они хотят где развести на прекрасная скалу. Прекрасная природа, горы и озера, и чистые озера, и чистые реки. Вот так. Мы чувак хочет скалу заплатить прыгать. Денег, а у нас не надо денег, потому что у нас есть South Carolina State Parks, come out and pay. За $99 в год. А так тут надо платить, $6 per adult и $3.50 per children. То есть у нас это в копеечку встанет. Копеечку. Очень много всего, смотри, видишь. И души есть, и лупы, и бани, и сауны, смотри. Ну вот, здесь паркинг, там есть озеро. Table Rock Hiking Trails, очень классно здесь. И здесь вот вход. И тут написан маршрут, несколько фотографий, то есть ты идешь прямо туда, вот на эти плоские камни, Table Rock, наверх. Все тут расписано, тут нужно зарегистрироваться, если ты идешь. Вот, есть водичка попить. Вот этот вход в этот парк. Еще вот центр. Вот тут даже собачка есть. Hi, I'm Trek. I keep. Да. Так путешествуют американцы, у них автодом, там мотоцикл, джипик старенький, для всех ситуации. Да, и каяка. И каяк сверху такой, ну это каноэ. Это вообще он прям полноценно живет, да. Вообще класс, мечта. Смотри, чисто мотоцикл для таких... Мечта хозяйки. Для всех вариантов, короче. Мечта в плане того, что свобода такая, ну, продвижение, то есть он все, поехал. Так мы тоже так же можем. Вот это как крепится, оно как-то закрепится. В общем, мы... Надули лодку. Ты выложишь это на наш семейный канал? Наверное. Скажи, да, я привет скажу. Это пойдет на наш семейный канал. Да? Блог USA? Это все? Да? Да. Сказал. Нас же Pathfinder лодку такую вот купили. Решили ее пробовать, но так и не пробовали. Вот, но зато покатались неплохо. А что, может, попробуем, а? Нет? Или уже поздно? А что, сдувать ее сейчас? Ну, а что делать? Вот покатались на... Просто через полчаса стемнеет. Ну да. На Эксплорере хорошо, дети, и мы тоже с Мариной прокатились. Нам понравилось. Надо, Макс, тебе понравилось кататься на каяке? Или как это сдувать? Да? Да, цеплять и сдувать. Да. Купили мы в Walmart по $10 вот эти вот жилеты, но... $10 Но мы их не использовали. Вау. Ну это все равно нужно иметь на лодке. Но если мы далеко поплывем, да. Но все равно лодки нужно это иметь по правилам же. Ты что, да, ну по правилам нужно одевать. Никого. Нет, сегодня. Приезжают на доставку, да. Сегодня никого нету. Будний день.
еще школа последнюю неделю в Южной Каролине. Папа, пойдем. Сейчас Тима придет, и вы пойдете, а я буду собирать. Как это?